Это Review News, и мы продолжаем. Что сейчас творится в топ-чартах и что слушать модно? Этим вопросом задаются и наши знаменитости. Виолетта Тельманова заглянула в святая святых каждого селебрити. Личный плейлист. Артур, я хочу позволить себе дерзость и залезть в твой телефон. Нет. Ты покупаешь музыку или бесплатно качаешь? Покупаю. Иногда бесплатно беру. Покупаешь музыку? Да. Наших местных я принципиально выкупаю релиз. Давай посмотрим последнее добавленное. А это и есть последнее добавленное? Хлеб. Ну вот, окей, хлеб. Хлеб – это очень крутая российская группа, которая стебет вообще всю нынешнюю индустрию музыки. Но припев реально классно качает. Ну ты понял, да. Lil Wayne, EQ, Chris Brown, Tyga, LJ. Ты слушаешь LJ? Я же говорю, я меломан, и мне нравятся разные музыки. Young Thug, A$AP Rocky, Kali, парфюмер. Только себя слушаешь, что ли? Гаги, Рауф и Файк. О, Рауф и Файк, какая песня? Детство? Детство, да. Есть молодая исполнительница Дарри Корн из Казахстана. Black Dial. Да. Black Dial. Все-таки скучаете, да, по ним? Нет, это давно я что-то не убрал. Но это все-таки мое детище. Три саундтрека из фильма «Служебный роман». Притяжения больше нет. Смотри дальше. Крейзи. Анжелика Варум. Да. Луина. Да, нравится олдскул и всякое прочее. Здесь вот подряд идут песни на зимы нашей Black Star. Я ее встречал, она когда недавно приезжала, и мне просто было стыдно, что ни одной песни ее не было. И я подряд все ее песни скачал. Последние добавленные. Backstreet Boys. В школе я пытался снимать манеру каждого, как кто поет. Пожалуйста, Backstreet Boys. Но... Весь микс, вот все самое лучшее впитал в себя Дильжан. Да, а потом еще, когда я попал в группу Ringo, то меня очень много сравнивали с AJ McLean. BTS! Так, слушаем K-pop. Да, слушаем. А кроме BTS кто-нибудь нравится? Big Bang. Fantastic, baby.